Нет врага опаснее дурака, но частенько именно с дураками и приходится враждовать и драться. Приветствую вас, благоразумные гориллы, с вами Федорович, а это видео про отчаянных ребят. В каждой большой личности что-то есть мелким шрифтом, а в каждом мелком бойце есть что-то великое. Но это не про Джимми Смита, который решил дебютировать в профи-боксе против такого же новичка Тони Москоу, для которого это был второй бой. Мне, конечно, стыдно, но я должен признаться, что всегда смеялся с мужиков в наливайках, которые рассказывали про то, что они профи-бойцы и мастера секретных техник. Теперь я верю, что на профи-ринг могут выпустить любого алкаша, который понятия не имеет, что такое бокс. Не задерживай уходящего и не прогоняй пришедшего. Вот так и пацаны в зале Муай-Тай не стали прогонять плешивого деда, который к ним пришел. Они вежливо выслушали его фантастическую историю про то, что он мастер кунг-фу, который более 30 лет познает тайные техники смертельных искусств и победил уже более 100 школ. Поэтому у них два пути – или стать его учениками, или постичь ужас от его техники и быть поверженными. Но, как вы видите, пацанчик, кстати, не особо мастеровитый, выбрал второй смертельный путь и навешал деду люлей, которые, возможно, немного его отрезвлят. Вавада. Мы запускаем эксклюзивный розыгрыш. 5 автомобилей BMW и множество денежных призов ожидают своих победителей. Не упустите ни одной важной детали. Следите за новостями на нашем сайте и подписывайтесь на наши социальные медиа. От игрока к победителю. Свобода. Не говорите людям, что им нужно делать, и не услышите, куда вам стоит пойти. Но есть боксеры, которым нужно говорить, чего им делать не стоит. И одним из таких отчаянных малых является Джозеф Бонов, профи-боксер с рекордом в 5 побед без поражений. Как-то утром, наверняка с Будуна, он пришел в зал к всемирно известному Майки Гарсии и заявил, что никогда не проиграет мексиканским любителям пива с буррито. И готов это доказать делом. Вызов принял Гарсия, но не Майки, ведь его в зале не было, а его старший брат Роберт, который является его тренером и, конечно же, уже не тренируется сам. Но это не остановило его одеть синие перчатки, не побояться накачанного торса Джозефа, которым он, наверное, хотел напугать дедушку, и вступить в бой. Конечно, Бонов не боец из кабака, а реальный профи-боксер, поэтому спарринг был довольно интересный. Но как бы там ни было, дедушка Роберт навтыкал малому по самые гланды, а дерзкий убийца мексиканцев так ничего и не показал. Кстати, после этого боя он даже не заикался про поединок с Майки. Невозможно споткнуться, лежа на диване, как и невозможно стать бойцом, не получив пахари. Но это видео о другом, а именно о том, что пахари можно получить, когда сунешь ее не в свои дела. Вы наверняка знаете, что в большинстве залов тренажерный зал работает рядом с зоной боевых искусств. Так вот, тренер с тренажерки, он же качок, решил подрассказать тренеру по боксу, как нужно тренировать людей, какую физуху им давать и побольше отправлять работать железом, а то все они какие-то хиленькие. Боксер сначала хотел показать физкультурнику, что бокс – это и есть сплошное кардио и физуха. Но потом решил, что спарринг лучше всего продемонстрирует, какая именно сила и физо нужны для бокса. Конечно, после пары минут боя и парочки плюх по башке в шлеме, качок наверняка пересмотрел свои взгляды. Хотя боксер его явно щадит.
Вывод здесь один. Занимайся своим делом и не лезь туда, куда не просят. В мире так много великих людей, но еще больше в нем идиотов. Одним из таких идиотов оказался герой этого видео. Пузатый мастер, который пришел в зал ММА и начал грузить бойца своими учениями, рассказывая, что тот криво бьет, неправильно тренируется и вообще ММА это шляпа. А вот техники, срущей в полете совы, это топ. Короче, лысый мужик не выдержал, и два великих титана сошлись в бою. Мастер кунг-фу сразу поразил своим хладнокровием и стойкой с опущенными руками. А лысый поразил мастера своими ударами. Хотя и видно, что он новичок в ММА. Но этого хватило для великого сенсея. Солнцу не важно, добрый ты или злой, оно светит всем одинаково. А водке не важно, умный ты или тупой, идиотами она делает всех. Вот такой вот идиот пришел в зал, снял футболку, чтобы поразить всех своим салобетоном, а затем сказал, что его стиль непобедим и может взять всех в ученики или же уложить на месте. Но начнет он с тренера. Не знаю почему, но все хотят вызвать на бой тренера. Хотя тренер-то уже давно не боец, но мы не об этом. Наш тренер на бой согласился и делом доказал, что зеленый змей дает дерзость и храбрость, а вот мастерство никак. По итогу все ученики никуда не ушли. Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить очень быстро и не соблюдать правила. А для любого гопника-уличника жизнь может закончиться еще быстрее, если быть слишком дерзким. Как герой этого видео. Пацанчик после кабачных драк, где он наверняка с кентами лупил одного ботана, решил, что он теперь непобедимый воин. Дерзкий тип пришел в зал муай-тай, рассказал, что он непобедимый уличный боец, одел шлем и перчатки и вызвал на бой тренера. Тренер воспринял вызов с юмором, но после первых секунд яростной атаки уличника в стиле дикой обезьяны понял, что парень пришел не шутить, а прославиться на весь район. Поэтому уже разозлившийся таец просто уничтожил и жестко добил наглеца, преподав тому урок на всю жизнь. Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей. Но также можно сказать и про свои возможности. Не преувеличивайте свои заслуги в одном деле, проецируя их на другое. Как это сделал Кокляев, когда вызвал на бой Емельяненко, который мы сегодня вспомним. Конечно, заслуги Кокляева в силовых видах спорта бесспорны. И там он бесспорный красавчик. Но бокс – это совсем другое. Конечно, в организации этого боя поначалу не было какой-то личной неприязни. Потом она появилась ради раскрутки боя, а изначально ребятки сошлись, чтобы поднять деньжат. Но несмотря ни на что, бой был интересным, как для своего уровня. Кокляев даже работал первым номером и пару раз серьезно попадал, после чего даже было впечатление, что Емельяненко поплыл. Но в боксе все решает не сила мышц, а выносливость и мастерство. А вот с этим у Мишки оказались проблемы. Он просто выдохся. И уже не мог не то что бить, а просто держать руки, чем Саня и воспользовался, боксируя как по огромному мешку. Хотя каких-то особых навыков за весь бой Емельяненко так и не показал, учитывая, что его соперник вообще не имел ни одного боя за плечами. Но главное, что зрители остались довольны. Тогда это было уникальное событие. Это сейчас в ринге можно встретить кого ни попади. А битва из старого алкаша против 120-килограммовой тети Глаши уже никого не удивишь. Жизнь как рояль, клавиша белая, клавиша черная, а потом крышка. А когда ты молодой, 120-килограммовый студент, играющий в американский футбол, тебе кажется, что жизнь всегда белая полоса, а ты на ее вершине.
поэтому вызвать своего учителя по физкультуре на бой кажется плевым делом. Да вот беда оказалась в том, что учитель-то был бывшим джитсером и налегке задушил этого свинтуса. А вот у паренька теперь настала черная полоса. Ведь такой промах ему тёлочки с группы поддержки не простят. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, становитесь спонсором канала и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, сколько идиотов вызывало на бой вас. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.